Вот какие знаки зодиака легче всего влюбляются. Любовь – потрясающее чувство. Некоторые люди тормозят себя на пути к ней, боясь боли, другие ныряют в нее с головой, не страшась возможных последствий. Вот какие знаки зодиака влюбляются быстро и по-настоящему. Близнецы. Никто не умеет любить так, как близнецы, и когда они влюбляются, они любят всю жизнь. Пока их вторая половинка не изменит им или не придаст их доверия, тогда близнецы впадают в глубочайшую депрессию. Любовь и крепкие, длительные отношения. Все, чего хотят близнецы. Увы, в реальности они не всегда получают то, что хотят. Близнецы обычно влюблены, а когда нет, они ломают комедию. Стрелец. Верьте или нет, мечтательный и саркастичный стрелец на самом деле очень уязвимый и любвеобильный человек, который жаждет влюбиться и быть любимым. Стрелец будет обманывать себя, что все в порядке, если его не будут любить в достаточной степени. Он любит говорить о своих чувствах и верить в любовь. Он предпочитает одиночество, но в то же время хочет длительных и искренних отношений, основанных на страстной любви. Весы. Сексуальные, кокетливые весы могут показаться неразборчивыми в связях, на самом же деле все в точности да наоборот. Союз с другим человеком питает их чувство собственного превосходства. Весы могут флиртовать, но они не собираются делиться своей сексуальной энергией с более чем одним человеком, они моногамны по своей природе. Весы испытывают острое чувство справедливости и вряд ли изменят своим партнерам. Любовь их подпитывает, придает сил и вдохновляет. Лев. Лев обожает любовь. Он любит как отдавать, так и получать, играть, флиртовать и искушать. Несмотря на стереотип о том, что лев хочет любви, направленной лишь на него одного, правда состоит в том, что лев также щедр на чувства, как и его партнер. Лев находится в гармонии с собой и окружающим миром, когда влюблен. Он становится сильнее рядом с тем, кто любит и верит в него. Овен, ах, эти сумасшедшие огненные знаки. Когда вы разглядите интеллект и напористость Овна, то подумаете, что он менее склонен влюбляться, потому что кажется самодостаточным нарциссом. Однако Овну нужна аудитория не только из эгоизма. Это человек, который крайне нуждается в любви, и когда он влюбляется, то любит крепко и яростно. Ум Овна лихорадочный, он вкладывает все, что у них есть, в то, что ему интересно, и верите или нет. Он – один из самых добрых знаков зодиака, когда позволяет себе это. Влюбленность смягчает характер Овна и вызывает в них ответное чувство. Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движение планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения и улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр.